встретимся опять там, где ты. Нет, не я, вот и все. Тебе звонят! Ты уже не милый мальчик, это был ты. Как я верила словам твоим, как я верила словам твоим. Ой, как смешно, глупо и смешно. Очень все равно, но я не буду вспоминать. Я могу тебе не буду вспоминать. Но почему опять? Алло, 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 алло. Два 12 85 06. А я знаю. Ха-ха-ха, я знаю, сколько будет 6 и 6. Ага. Если мы же учили грифом 6 и 6 36. Сделай перерыв, я хочу тебя спросить про конфеты. Да, мама, это вообще-то это не 6 и 6, я вас спрашиваю. Это 2 12 85 06. А, 2 12, она знает. Представляешь, оставила Симу нянить с ней, Олеся. А Олеся тогда маленькая была, и вообще одна ребенок инвалид. И она меня, я так допиваю, короче, 2 12, она говорит, а я знаю эту песню, я говорю, откуда? Ну ты свой инструмент возьмешь или нет? Раз. Я не знаю, вдруг она есть, если ты хочешь, возьми ее. Два вопроса. Я не попрошу за мармеладку. Нет! Тихо. Это уже окончательное решение. Но я тебя спрашиваю, какие шоколадки ты любишь, и ну вот, ну зачем ты сразу бить меня? Ну. Картошки. Устроимся на настоящее новогоднее приключение, попрёмся куда-то за город ночью, да?
Вперед. Ты вперед это пропусти, не надо? Нет. Ладно. Вижу зов твой, но не хочу, и приключений я не ищу. Мне забот хватает, я молю о тишине, чтобы смог твой шепот разорился в вышине. Ты просто шум, обычный звон в моих ушах. Все, что я слышу, отмету, ты просто давний страх. Судьбой, вдруг тебе я доверюсь, и обернется все бедой. Или ты дух мятежный, что сумел меня понять, несешь надежду мою тайну разгадать. Каждый день трудней дается, сила чар моих растет. Знаю я, душа моя меня влечет.
Новым годом!